Кааба. Подошли мы к Каабе близко, но сейчас уже нас не пустят. Здесь стоят люди на намаз, подготовились. Я хотела показать поближе кису. Киса – это самое дорогое в мире покрывало. Оно стоит 5 миллионов долларов. Его изготовление уходит порядка 200 килограмм шелка и не меньше золотых нитей, серебряных нитей, которыми вышиты имена Аллаха и суры из Корана, аят из Корана. А вот этот угол освободили для паломников. Его можно потрогать. Это сама Кааба, но это не черный камень, так загородили.